Так, ну что это у нас? Я уже запуталась. По-моему, сегодня день прогона на сцене номеров. Да, я же в своем, точно. Блин, боже мой! Блин, мы даже не знаем, что будем делать. Чем будем делать? На мостынке будем кататься. На мостынке. Она под нами не спалится? Не, зайка, тут два взрослых дяди катаются. Два взрослых дяди, ну тогда ладно. О, кайф. Так, она не переворачивается? Нет? Так, малышки, ну я скачу вас Тойота. Неплохой выбор. Тойота, Тойота, вези меня. Это будет крепко держаться, мы сейчас попробуем на ней покататься. О, господи. О, господи. Господи. И еще потом стрелять деньгами. Ну это мы умеем. Да. Адреналин прям. Вот машина. Адреналин прям. Адреналин у тебя? Ну, адреналин какой? Кайфуешь или нервничаешь? Кайфую. Кайф, 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 кайф. Какой план? Привет. Дружить, не тужить, все хватит покажет. Дружить, хватит, вы соперницы, соперницы. Тужилина вон всех выметает, смотри, на своем пути. А ты с ней дружить задумала. Арина тоже. Арина вот так. Киборг-убийца. Вообще, будет очень интересно. Красиво. Да, вы еще нашего третьего соперника не видели. А ты с ним прям пройди, Андрюш, страховку. Первый раз. То есть, когда я слышу трёх. Пока, 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 пока. Пацаны, вообще, ребята. Что, не открывает? Кадиллак. У тебя... А, вот у меня только один вопрос. Вдруг, если я упаду? Вон там. Ну, мы тебя поднимем. Ты поверь мне, ты не успеешь доехать. Let me get them, yeah. They gon' hate on a young nigga anyway. They only caught me when they haven't built the... Ты доедешь максимум вот до сюда, и все, надо будет выходить. Девушка попрощается. Я надеюсь, вы репетируете, а не... Ты мой маленький мальчик. Она моя, самая любимая. Она моя, любимая Тойота. Спят усталые игрушки, книжки. I'm the big deal. А что с Гио? Ну, он такой от природы. Что с Гио? Харизматичный, обаятельный парень, просто он давно танцует, по-моему. Ну, ангина? Болит горло у человека, да. Ангина у него. Охерительная, и температура соответствующая, правильно? Нет, температура нормальная. Температура нормальная? Да. Тест сделали, ковида нет. Нет, ну ангина, это же жесть. Очень плохо. Но у него, во-первых, обложилось. Он не говорит. Вчера его обкалывали уколами, чтобы на интервью он был. А сегодня он на... Что именно тебя смущает? В твоем образе. В прошлом номере был в леопардовых трусах, в этом юбке. Так у вас что, концепт изменился? Не знаю, худеть. Шотландские. Шотландские дети. Вы же были, созванивались что-то через стену. Ну вот да. Детишки, которые сбегают из настоящего мира, свой придумали. А детишки непосредственно все обязательно должны быть в юбке? Или как? Это я так подумала. Мы еще не доверили этот концепт, но да. Мои детишки, мои мальчики в юбках. Девочки. Sorry, bitch. И это все он дизайн. Зато носки у меня свои. Не будут никогда в жизни не использовать. Нет, нет, нет. Нет, нет. Сколько можно? Мне кажется, я в каждом профайле реву. А что у вас спрашивали? Ну, спрашивают про расставание, ну, про то, что мы расходимся с командой. Все, как только этот вопрос, я сейчас опять буду, я уже чувствую.
Как только спрашивают про то, что команда расходится, я тут же слезы начинаю. Ну, вы такое большое дело сделали. Еще не сделали. Но все равно уже всей стране показали. Может, придется скрывать больше, что мы танцуем. А то в такси спрашивают, что танцуешь. Ну, современные танцы. Ты вчера села на интервью, какая же ты красивая. Спасибо. Сучка, просто нереально красивая. Как у вас дела у вашей команды? Это все супер. Bitch, it ain't even my birthday, but I can ball if I want to. Вообще кайф. Так, ты не слушай. И вы не слушайте. Нет, видела, что они делают там просто. А вы что делаете? Мы вот так стоим. Так победим? Да, вообще. Вот этим движением? Я на самом деле очень планирую, кстати. Победу? Ну, хотя бы финал. Миллион? Да. Ну как? Ну, как бы да. Ну, там получается сколько? 54 тысячи. О, они уже разделили. Эллен Скрю, вот эти боженьки-то, боженьки, а боженьки-то уже все и поделили. Они, правда, просто между собой. Мы же так не снимаем. Что ты скажешь, Гео? А, вот так не могу говорить, но если говорить вот так могу, видишь, как Джейсон Стэтхэм голос. Как себя чувствуешь? Короче, расклад такой. У меня есть, я коплю силы на минуту 40. Не больше, не меньше. Ни капли, ни туда, ни туда. Минута 40. Все, что есть. Ульта это называется. Ульта. Выхожу, ультую и все. Пачка ульты в моем кармане заставляет играть эту катку. А перед этим я вот такой буду всегда. Вот я вот такой. Все. I'm a soldier. Смотри. Смотри на эту Яну. Что с деньгами? Да-да. Ну как там с деньгами? Что с деньгами? Девчонка просто стоит. Точнее, кто у него там сидит в тачке? Вообще, завидую ему. А что репетируешь, деньги выкидывать? Да. Ты что, никогда деньги не бросал? Нет. Ну, слушай. Кому ты врешь? Просто берешь стопку денег и бросаешь. Я не умею. Да. Ну скажи, Гарик, сколько ты весишь? Слушай, не знаю, наверное. Давай я тебя выйду. Наверное, я тебя выйду. Останьте все вместе, пожалуйста. Мы в Ялте. Нет. Реклама йогурта. Да-да-да-да. Я хочу объяснить, что мы с тобой не разговаривали, я боялась к тебе подойти весь сезон, а в итоге-то мы, смотри, сошли в один магазин. Мы мыслим одинаково, хорошо, понимаешь? С колени скинул прошлое, ведь это балласт. Maybe я твоя партнерша на второй сезон. Пока она не слышит. Вот кто сегодня выходит на сцену, но точно не волнуется. Так это две вот эти королевны. Потому что... Да, это не Мария. Вот, смотри, мы вам когда полчаса объясняли. Вот он так выворачивается. Он типа грустный. И вот труба, а вот выворачивается веселый. И вот труба, которую мы говорили. А, я еще не подпрыгнула. Вот. Так, как бы вот так. Толкали речь, снимали на все камеры. Какую речь-то? Тебя красивый. Да лучше тебя просто нет. Модно. Сладкого? Какая речь-то? Говорили участникам, что это финал. Ну хоть бы надо... кто меня позвал. Все. Ну просрала я речь, что теперь? Так, ребят, во-первых, мы вас поздравляем с тем, что вы вышли в финал. Это финальная стадия, если вы об этом не знали. По большому счету, так как это только стартовал проект, это первый сезон, поэтому вы на данном этапе сейчас три лучших юнита внутри каждого своего сегмента. Смотрите, этот этап, еще раз вернусь, называется финал. Потому что следующий этап, который будет 28 числа, он называется суперфинал. И мне кажется, что это, ну, возможно, где-то даже важнее, чем, ну, точно важнее, чем все, что было до. И, возможно, где-то даже важнее, чем то, что будет после. Потому что сейчас определяется как бы ваша профессиональная победа.
потому что вы побеждаете в категории среди, ну, таких же, как вы, по формату участников. Настройтесь на соревновательную часть максимально. А, как вы знаете, танец — это же не только движение, не только музыка, это еще энергия, которую вы делитесь и передаете. И эта энергия чувствуется и через экран, а тем более в зале сидящих. Постарайтесь сегодня ее отдать по максимуму. Дальше те, кто пройдут, те, кто победят сегодня, у вас будет неделя, чтобы эту энергию накопить. Сейчас не жалейте ее. Не думайте о том, что вы в финале потом... Нет, вы можете в финал просто не попасть. Вот эту энергию, пожалуйста, скопите в себе и донесите на сцену. И там ее выплесните. А не до этого, за час, за полчаса. Вот это очень важно. Потому что по номерам шансы есть абсолютно у всех победить. Я всем желаю победы. Выиграет, конечно, кто-то один. Но победы желаю всем, потому что действительно все, кто здесь сейчас находится, ну, вы лучшие в этом сезоне. Это круто. Желаю вам удачи. День концерта. Все пошли на инструктаж. Кроме креативной группы. Сними вот это. Знаешь, че базарит, твоя жопа хулиганка. Укрыла моя сердечко жопа хулиганка. Знаешь, че базарит, твоя жопа хулиганка. А мы ставим куда, смотрим? А очередь, сейчас я буду вот это делать. И еще один. Вот так три кобеля. Вот так и стоят. Кстати, кобеляк сегодня клеит. Есть. А можно какой-то что-то, как будто бы обед? Да. Подписывайтесь. Алина Нижняя, подчеркиваю, Черновская. В следующем году тут соло выхожу. Это Кингстеп. Они нам подарили. Катя Тужилина, Юлиана Копцева, Гео, Виталий Дятлов, Агни, тут, Ван, а Снупи Крю ты мне не приведешь? Если вы совпадаете, один за один, то у нас голосует зритель. I got some... Я ничего не понял. Всем привет. Дамы и господа, встречайте! Егор Крид! Все, голосуем. Только раньше было вдвое, и было никогда не было ничьи. Да. А сейчас трое, и может быть ничья. Соответственно, вот в этой ничье голосует зал. Супер, мне нравится. Да, и мы видим. В каждом сегменте, получает миллион человек. А в суперфинале они потом между собой еще будут. А суперфинал это вот. Вот они между собой. А что значит победили лучшие? Вот здесь в сегменте миллион рублей лучший танцор. Сразу. Сегодня. Вот он, все, он уже миллион. Уже миллион. А как мы эти два часа снимаем на то? Это же полчаса. Класс. Меня ведут в подземелье дракона. Вот. Да. Я пришел поддержать тебя. Каким номером выступаешь? Я буду сидеть и кричать. Ты выйдешь на сцену хотя бы раз? Нет. Тогда мне придется прийти за сцену. Хорошо. Галина и Сережа. Я сегодня делаю вот так. Ну что же, достаем телефончики. Ой-ой-ой. Сергей СТК и Галина Горбунова. Победители!
Че расселись, нищеброды? Газон испачкаете. Нет, я просто, я сейчас в прострации, нахожусь в космосе. Я не понимаю ничего, что происходит. Вообще не понимаю, вот реально. Ну, не знаю, что сказать. А то, что это зрители. То, что это зрители проголосовали, это очень приятно. Ну, да, это очень приятно. Грусть, печаль, тоска. Ну нет, конечно. Чуть-чуть поплакала в кадре, тронула, но сейчас счастлива. Счастлива, что участвовала в проекте. И это такой кайф просто. Это все приходите на второй сезон, потому что надо, чтобы страна видела крутых танцовщиков. Не прячьтесь. Вы видели процент? Так за сцену же предлагали разделить приз. А, кстати, да. Сережа сам и предлагал, собственно. Да, да? Кстати, Сережа сам подошел, говорит, давайте мы договоримся, и кто выиграет, разделим приз. Но чтобы вот все это... на лайте потанцевали, как да, беспокойно. Я не предлагал, я просто сообщил, как это было в моей практике. Что, какой слух ходил? Что я предложил всем деньги распределить. С какой стати? Я рассказал Сердце. Историю о том, как мы в Street Dance Tusi не хотим соревноваться. Хотим получать удовольствие, а потом делим пополам деньги. Но не в этот раз, ну, правильно? Ну вот и туда пополам тут уже делим. Куда да же еще пополам? Потом еще пополам. Мне что, торт купить потом на эти деньги? Просто торт купишь, поешь. Меня вот сердечко бьет, поэтому я на закате. Мой голос уходит малышу. Друзья, я напоминаю, это финал. Раз, пожалуйста, я хочу снять объятия с тобой. Настоящее объятие, обними меня, вот так. Моя ты девочка, моя ты сокровищница, ты такая красивая. Спасибо. Ты довольна сама? Очень. Можно я расскажу, как я попала сюда? Очень, очень можно, Катя, очень, пожалуйста. Поздним холодным вечером дома. Делать было нечего. Был май. Мой тренер пропустила кастинг в Москве и решила отправить мое видео. Я об этом не знала. Мы пошли снимать видео. Я думала, что это просто так. Вот она отправила, и потом мне пришло то, что я прошла. Просто охренеть. И потом тебе пришло, что ты прошла до финала. Вообще очень круто то, что я дошла даже до финала. Потому что любой малыш, у него был прям такой, наверное, очень масштабный, можно сказать. Пробуждение. Она, как обычно, была в своем образе. Но вот очень супер. Поэтому мне вообще не грустно, что я не прошла. Ты была просто супер. Спасибо. У него просто людей не было. Ну, видимо, да. Но это тоже... очень круто. А теперь подними меня. А теперь подними меня, говорит. Давай, давай. Я последний раз чувствовала так 5 лет назад, когда папа приезжал. Давай, фоткай. Маленький Моргенштерн. Нет, Никита, ты вообще супер выступил. Ну, тебе самому понравилось, как круто. Слушай, ну вообще оно так легко было. А меня чуть ли не врыло. Ну, по тебе незаметно было вообще. Ну, реально, ну... Ну, я пытался сдержать. Серьезно? А что, ты поел перед этим? Нет. У него просто иногда он крутится и... А, да. Иногда вырвали.
То есть ты можешь крутиться и вырвать, да? Хочу торт. Тогда не крутись после него. Пацаны, ну вот я отдал ей уже свое сердце, оно у нее, поэтому мой голос за Юлию. Ой. Из вас троих я остановлю свой выбор на том, кто мне кажется заслуживает этого. Уже давно я буду восстанавливать историческую справедливость. Виталик. Ready for the Савченко стал победителем в категории соло. Хочу, наверное, только пожелать всем тем, кто пытается что-то сделать поистину важное, не привязанное к общему мнению толпы, всем тем, кто ищет маленькие племена, в которых хочет добиться от людей какой-то искренности и истины с помощью своего творчества, ценя зрителя. Вот чтобы эти племена разрастались, меньше стало некой гнили, меньше стало жертв моды, чтобы просто более, что ли, человечно все становилось. Вот чего я хочу. Я хочу создать из естественности иллюзию, которая будет отвечать на вопросы зрителей, приходящих в зал, не ради развлечения, а ради того, чтобы потом, после спектакля, перформанса или чего-либо, он пришел к себе на кухню и задал один единственный вопрос своим близким, который он никогда не задавал. Вот зачем я этим занимаюсь. И желаю, чтобы все занимались именно этим. Пусть один побудет. Девочки, на мой взгляд, это было безупречно, поэтому я голосую за вас. Егор Крид. Не люблю фреймап. Но это действительно было идеально. Не, они туда все пошли. Вам куда? В суперфинал. Бум! А это, естественно, здесь. Спасибо, Саша. Спасибо. О, вы в одинаково. Ну, просто отметил. Привет, Ульяна. Привет,
привет, всем привет подписчикам. Малышка, ты чего? Ты первая финалистка первого сезона танцев, новых танцев. Это за что? Ну еще и с хорошим выступлением в финале. Нам первый раз сказали, что мы ошиблись. Вот видишь? Крутые! Да мне обидно! Да ты подъем! Чего? Это такой крутой результат! Тоже понятно! Спасибо вам большое за поддержку! Да какая поддержка? Это все дело в вас! Мы вообще нормально так хайпанули, ну нет разве? Да! Мы вообще нормально хайпанули, поэтому че реветь? Будут подписчики, будут и деньги, вот! Да, конечно, это хайп! Вот сюда нажимаю? Вот сюда! Фоткай давай. Сладкого? Да я видео снимаю. Лена, давай сейчас фото. Раз, два, три. Ну и чего? Все супер. Все как и планировалось. Давай я сниму. Вы обнимайтесь. Я рад за свою лучшую подружку и за эту команду, которая заслуживает этого. И только путь дороги я буду болеть за них. Среди всех. Ну, очень необычно. Церковные мои, церковные душевные друзья!